А это мы находимся на реке под названием Ли. Местная очень-очень важная достопримечательность. Она окружена такими маленькими горами, которые мы видели еще по дороге сюда, кругом. Всячески растут пальмы. Река в целом довольно чистая, но сейчас из-за весенних дождей вроде как бы, ну, не принято купаться, а летом люди здесь купаются активно. И вот такой замечательный туристический городок, называется Яншо. Много красивых старых зданий, очень много туристического бизнеса. Но в целом природных красот, которые мы любим, тоже очень много. Сейчас их осматриваем как раз. И очень много китайцев. Очень много китайцев. Прям практически сплошняком косяками ходят китайцы сплошняком.